Вестник Северодвинска о спорте. Накануне в столице Поморья на набережной Северной Двины состоялся открытый микс-турнир по пляжному волейболу. В связи с пасмурной погодой побороться за медали решили только 10 команд из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. В минувшие выходные в Архангельске на песке возле Вечного огня прошел традиционный открытый микс-турнир по пляжному волейболу. 10 смешанных команд, мужчины и женщины, разыграли призы и медали соревнований. Несмотря на моросивший дождь, на площадках велась напряженная борьба. Северодвинцы Сергей Корякин и Любовь Губкина по ходу всего турнира показывали отличный волейбол. В полуфинале им удалось обыграть сильную архангельскую пару Ракутин-Чулкова. В финале мы играли с командой Лутковых. Тоже хорошая пара. Эдуард Лутков играет очень давно в пляжный волейбол. Опытный уже игрок. Играли в 3 партии. И выиграли мы 2-0. В итоге первое место микс-турнира досталось паре строительная компания «Любовь Губкина» и Сергей Корякин. Вторые – команда поколения Эдуард и Виктория Лутковы и бронза за парой блондины Иван Ракутин и Галина Чулкова. В следующие выходные в столице Поморья состоится финальный пляжный турнир сезона 2013.